בן כמה אתה? אליהו! בן כמה אתה, נירשון? בן כמה? ארבע! נכון מאוד. איפה אתה עכשיו, בעבודה או בגן? גן. בגן. בסדר. מה אתה אוהב לשתות, קולה או ספרייט? מים. מים, זה יותר טוב. פחות מסוכן ויותר בריא, נכון? כן. כן. אלא שתגיד, я хочу пить. Скажи. Они? Они хотят, и что? Он уже говорит, я хочу есть. Они хотят, и холь. Скажи, песок. Холь. Сырой песок. Ра? Холь. Холь, ра? Рату. Сухой. Ми ешем басыр. Ми ешем басыр. Ми зе? Ми зе? Алло, ми зе? Кто это? Ми зе, зе ах шелха? Кен. Нахон? Ай. Ничего. Ях корим ло? Ях корим ло? Нахуй. Да, Илюха. Экзамен будет. Маня, а мы тебе с Илюшей передали дрешат шалом. Да. Это ты хорошо справляешься со своим внуком, а? Это же надо, какую зарядку делает. Мучает ребеночка, а? Ай-яй-яй. Вот мучает по книжному. Вояй-вояй. Нет, Майя Ивановна по своим правилам. Нет, давай. Книжному. Я же вижу, все по-книжному, только так. Вот моя мама мне когда-то говорила, у тебя есть диплом, иди на работу. Все. Ты есть диплом, да? Да, иди на работу. А он у нас как деревенский вырос, мальчишка. Олег, встань, пожалуйста, встань. Чтобы Маня увидела такой, ты встань, ну. Не уберется в кадр, не уберется. Убирает телефон, да. Я, 1.80 м, что ли? Нет еще, скоро будет. Смотри, он снизу вверх пытается тебя снять, чтобы он ты ужался. Он даже вот стоит. Да, в стойке. А пупси? Снял ли Яна? Не хочет лежать, понимаешь? Не хочет лежать. Да. Снял. Они вам учат все. Как ты убрался в кадр, я не могу понять. Не знаю, да, уже в автобусе ты... стоят. Ну, прям, в автобусе уже стоять тяжело. Какой класс? Конечно, там потолок. Десятый. Последний, да? 12. 12? 12. Еще долго мучений. Здесь как в литовской школе, между прочим, тоже было 12. 12, это было. Вы что, целый день все готовили, что ли? Да, вам делать нечего? Люсик, Ян говорит, кто это придумал такие мучения с сентября, чтобы на целый год запрягли работать? Он нас обожает, что вы знаете психологию очень здорово. А как же, я его прекрасно понимаю, я бы этого не выдержал. Как хорошо, что мне не надо уже идти. Все, кончай, кончай. Ян, не бойся, от недостатка молодость так быстро проходит. Да, это точно. Ой, а потом армия, да? Нет. Да. А есть технион, он если... Кому он надо? Все равно, все равно. Перед учебой армия. Иначе потом еще 2 года лишних служить. Значит, раньше армия, а потом учеба. Ну, у него будет какое-то время, если он успевает. А я не уверена, что это так будет. Не надо мне технион. Они здесь все так настроены. А куда я? А я хочу технион. А. Да, он слушает, это не выгодно. Нет, она этого, на менеджера. Да, я хочу быть менеджером. Ой, тут еще менеджер. Я вам скажу так, что технион никому не нужен. Получать его одну и ту же бумажку. Маня, ты видишь, какой он стал умный у нас, больших кавычек? Есть курсы менеджера? Не, везде один и тот же факультет. А в технионе учиться труднее, зачем это надо? А где еще такой? Есть университет. Ой, здесь какой он славненький, просто прелесть. Можно в университет. Ой, милый, здесь уже мальчик. Зачем это надо? Союз, например, университет считался престижнее, чем технион. Технион, там усиленная физика, кому это надо? Нет, раз этот специальность есть другой. Везде это есть? Очень забавно, очень забавно. В университете? Очень приятно. Тель-Авивский, Иерусалимский, кому это надо здесь? Спокойно, спокойно, захочешь еще. Я. Но есть один недостаток. Если ты выберешь Тель-Авив или Иерусалим... Приятно разве делать?
Куч ми за цих, нема така десятку сильніших вузов. Я не поїду роботи, не мерду. А як язик? В школі, ну? Тільки в школі? Ні, в чому? Цілий год я почав практику в прошлом году. Я думаю, що ми продовжимо. У мене сусід тут. У англійській вивчити. Ну, а як же? Як буде ти зійшла? Що нам не вчитися на десятки? И как бы 576. Хороший год. Шевел еще. Все, ехать в банковской работе. Так, ничего вообще в банковской работе? Вот если тебе прорваться. Даже без денег не берут здесь. Даже без денег не берут. На практику в смысле? Не знаю. Мне следует ценник, я хочу... Что они говорят? Ничего. 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 Банк? У нас были гости вот два дня, она в банке работала. Илюш. Ты на машине в гости приезжал? На машине. Да или нет, всего лишь что? Да или нет, нельзя. А, нет. Да или нет, нельзя. Через белый не берите. Приезжал. На машине приезжал? Нет, он не приезжал. Это вопрос он задает. Он вопрос задает. Сюда он не может. А ночью ты приезжал, да? Люся, не приезжал. Произносит это свое знаменитое «да»? Ты ночью, к ночи приезжал. Не приезжал. Соловей, соловей. А это ночью, да? А? Что, что? Это ночь? Может быть. Нельзя. А? А что он бывает ночью, да? Бывает. Она черная. Я падаюсь. Черный или да? Ты гуляешь? Ты гуляешь? Ты гуляешь? Когда? А ты утром гуляешь, да? А, все. Ура! Илья, ты победила. Я да, он сказал мне, все. А теперь давай наоборот. Илья, ты все. Я люблю это. Детские игры. Все, я не знаю. Ну, надо же. А ночь бывает. Илья, молодец. Черная, да? Да? Ему уже 4 года, пора быть умным. Лёня, давай тетя Люси поиграть. Тетя Люси, спрашивайте Илюшу. Тетя Люси. Ты меня на иврите будешь спрашивать? Нет. Нет, мы его спрашиваем. Да? На иврите будем играть? Нет. Да, почему нет? Нет, ещё не играли. А почему нет? Потому что да и нет, не говорите, а ты уже сказал. Банкомата? Нет, я не хочу. Правильно, не играю. Ну, хорошо. Ты ходишь в детский сад? Нет еще. 28 ноября будет. Хорошо. Детский сад. Ходишь? Правда, сколько... Детский сад хороший? Хороший. Тебе он нравится? Нравится. Это точно? Да. Маня, мы посмотрели на твоего внука. Ты снимаешь? И на тебя. Да. Внук у тебя очень хороший мальчик. Ты должна копить свои силы. И воспитывать его помогала. Смотри, какой тут мальчик уже взрослый. Скоро твой такой будет. Скоро. Вот совсем взрослый сидит. Особенно ты рубашки. Вернись, ты тебе себе. Даже себе на лице. Он слышит. Сюда туда. Вот мороженое тебе удалось на славу. Как ты его сделала? А вкус он как бы стоит. Стоит.
Что, Сора? Да имя вот.